Почему евреи были пиратами? Разве можно грабить и убивать? Грабить и убивать нельзя. Но факты еврейского пиратства были местью испанских евреев испанской короне, которая изгнала людей, которые все сделали для процветания своей родины Испании, а она их предала. Поэтому евреи стали пособниками английской короны и голландцев, которые воевали на тот момент с Испанией. И поэтому они мстили тем самым испанцам, которые их предали. Мы не можем судить этих людей, поскольку мы сами, слава Богу, не были в этом испытании.